14 лагерей, 10 санаторных здравниц, 495 лагерей с дневным пребыванием детей при школах. Именно столько оздоровительных учреждений примут девчонок и мальчишек на летний отдых в этом году. Работа по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности на территориях детских лагерей проводится с весны. В ходе одной из последних проверок полицейские и представители общественного совета при ОМВД выявили ряд недостатков. Плохая освещенность территории, неисправность ограждений. Отдельные замечания участники рейда высказали по поводу отсутствия дорожной разметки и дорожных знаков на подъезде к лагерю «Искорка». Это проблема муниципальных властей. Этот лагерь, тем более, работает не только летом, он работает круглогодично уже много лет. И не замечать этот вопрос, и не решать этот вопрос, это безответственно. Для повышения уровня безопасности в детских лагерях предстоит сделать еще многое. К сожалению, только в 9 оздоровительных учреждениях области установлены системы видеонаблюдения. В лагере «Маяк» на безопасности детей не экономят. Лагерь огорожен забором высотой больше 2 метров. Значит, создается добровольная дружина из числа, из коллектива, из вожатых воспитателей. Так, сторожа плюс видеонаблюдение, у нас установлено 8 камер, то есть поэтому посторонние, и сигнальная тревожная кнопка выведена на пульт неведомственной охраны. Всем руководителям учреждений, где были выявлены недостатки, вынесены предписания устранить их в ближайшее время. Проделанную работу сотрудники полиции проконтролируют в ходе следующего рейда. Елена Смирнова при содействии пресс-службы ОМВД по Брянской области.